Всем привет, с вами Аурум, и сегодня вы увидите битву персонажей из игры Brawl Stars в реальной жизни. Прошлое видео, которое было опубликовано в свое время на канале, я даже не помню, как он тогда назывался, но сейчас называется Аурум Драйв, набрало 310 тысяч просмотров. Надеюсь, это видео наберет не меньше, поэтому прямо сейчас прожимай лайк, подписывайся на канал, если хочешь видеть подобный контент и дальше, то напиши в комментариях. Плюс досмотри видео до конца, я объявлю сходки. Очень-очень редко я встречаюсь с подписчиками в реальной жизни, но это все-таки произойдет в рамках примеси тайского бокса. Короче, прожимай лайк, усаживайся поудобнее и, в общем, Ворон против Леона. Поехали! Round one. Fight! Crazy.
Ну что, ребятки, вам понравилось? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто победил, Ворон или Леон. Ну, очевидно, вот Алина Мастей просто больше, поэтому морально задавил. На самом деле, ребят, я, как вы знаете, 2 года назад был в Таиланде, там влюбился в тайский бокс, приехал оттуда и пошел тренироваться к Анатолию Шпанарскому. Это лучший тренер по муай-тай в городе Киеве. И мы делаем сходочку 15 августа в городе Киеве. Локация Гидропарк. Подробнее чуть дальше расскажу. В общем, это будет... Вы сможете со мной сфоткаться, познакомиться с Сталином, познакомиться с другими тренерами. Они вам расскажут про муай-тай. В общем, это день открытых дверей в муай-тай. Ну и Толя сейчас. Здравствуйте, давай. Друзья, меня зовут Анатолий Шпанарский. Да, мы хотим вместе с Ауром пригласить вас на открытую тренировку, познакомить вас с единоборствами, рассказать, что такое муай-тай, объяснить, как нужно и можно становиться сильными. Поэтому, ребятки, приходите. Обещаю, будет весело и очень интересно. Ребят, очень важно, количество мест ограничено, поэтому если ты хочешь познакомиться с муай-тай 15 августа, а также увидеться со мной, то прямо сейчас переходи по ссылке в описании и заполняй специальную анкетку. Вход абсолютно свободен, плюс нет ограничения по возрасту. Единственный момент, если ты младше 14 лет, бери с собой родителей, обещаю, им тоже понравится. Точное время и место вышлем тебе в СМС ближе к 15 августа. Могу сразу сказать, что это будет плюс-минус вечеринка. Вечернее время, когда будет не сильно жарко. Место Гидропарк, там есть очень крутой стадиончик. Все это на открытом воздухе. Можно не беспокоиться о коронавирусе. Короче, бро, ждем тебя, заполняй анкетку и приходи.